Высокой явки избирателей на досрочных выборах губернатора 2022 года не поспособствовал и пример в Рио главы региона. Александр Авдеев пришел на избирательный участок одним из первых в 8:30 утра 9 сентября в пятницу. Он голосовал по месту прописки в Сновидцах, где на момент голосования, кроме журналистов и представителей областной администрации, фактически никого не было. Хотя на прошлых выборах главы региона в 2018 году тогда еще действующий губернатор области Светлана Орлова постаралась голосовать, что называется, вместе с народом, и даже успела пообщаться с горожанами. Возможно, что нынешняя администрация не хотела привлекать лишнего внимания к Александру Авдееву. Особенно учитывая результаты прошлой гонки кандидатов в губернаторы, когда представитель партии власти проиграл Владимиру Сипягину. Не боялся ли нынешний фаворит голосования повторения ситуации 2018 года? Александр Авдеев допустил тогда и такой вариант развития событий. Все возможно, если есть какое-то недоверие к власти, есть какие-то ошибки, которые власть допускает. Наверное, это выражается как раз в таких результатах голосования. Какие были допущены ошибки, надеюсь, мы стараемся их, скажем так, мы стараемся ошибки избежать или исправить какие-то допущенные проблемные такие вопросы. Но последнее слово за людьми. К слову, не все кандидаты приняли участие в голосовании на досрочных выборах губернатора области. Им оказался Сергей Бирюков, руководитель рекотделения партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду». У него московская прописка. Но вместе с тем Бирюков – уроженец Владимира и назвал себя, цитата, «наиболее корневым среди кандидатов в губернаторы». Этот институт прописки, он, в принципе-то, уже себя изжил. Я не придаю этому много значения, и тем более с некоторым осуждением отношусь вот к попыткам как бы ввести избирателей в заблуждение, там, взяв и зарегистрировавшись на время выборов во Владимирской области. Такого, как я, местного, пожалуй, среди кандидатов есть, конечно, да, но вот я наиболее корневой. Все же остальные кандидаты решили проголосовать в воскресенье, то есть в день, когда масштаб освещения в СМИ будет минимальным. Среди них и кандидат от партии «Роста». Не считал ли Александр Субботин, что таким образом у его конкурента из «Единой России» было преимущество? Претендент на кресло губернатора на наш вопрос ответил, что об этом даже не задумывался и проголосовал по привычке, как это было на прошлых выборах, проходивших в «Единый воскресный день». Об этом даже не задумывался, принял решение прийти в воскресенье. Все. Причем, это, скажем так, может все-таки даже по привычке уже, да? Потому что все-таки отдельное голосование было в воскресенье всегда. И это больше привычка, наверное. И, соответственно, построение своих планов семейных. К слову, кандидат от КПРФ вообще настаивает на возвращении единого дня голосования. Именно поэтому Антон Сидорко решил проголосовать в воскресенье. На этот раз, в отличие от 2018 года, коммунисты решили не приглашать на выборы кандидата федерального масштаба. Напомним, в 2018 от регионального отделения КПРФ на выборы шел Максим Шевченко. В этом году нынешний кандидат мотивировал изменение тактики необходимостью выдвигать кандидата из местных. Правда, что мешало следовать этому пути и на прошлых выборах губернатора, вопрос, пожалуй, риторический. Будучи земляком, будучи, в общем-то, жителем Владимирской области, коренным жителем, поэтому, на мой взгляд, сегодня очень важно, кто идет во власть. Идет человек, который будет воспринимать область как рабочее место, как строчку в биографии, или пойдет человек, который будет заботиться о том, чтобы у него дома с его земляками было все в порядке, было все хорошо. В воскресенье голосовал и кандидат от ЛДПР Сергей Корнишов. Судя по фотографиям в социальных сетях, своего однопартийца пришел поддержать и бывший глава региона Владимир Сипягин. Но не помогло. Пожалуй, самым ярким моментом предвыборной гонки кандидата от ЛДПР стал вот этот агитационный ролик, который очень напоминает аналогичный агитматериал руководителя соседнего государства и вызвал много споров в социальных сетях. Но сам Сергей Корнишов не увидел в этом ничего плохого и назвал все свои предвыборные материалы достойными. У нас много роликов было записано, не все они вышли в эфир, так скажем.
не все мы использовали в агитации. Я считаю, все ролики были достойными и направлены на наших избирателей. По итогам же голосования стало известно, около 70% всех избирателей Владимирской области решили не принимать участие в досрочных выборах главы региона. О том, как голосовали решившие заявить свою волю граждане, смотрите в следующем материале. Алексей Домнин, Маргарита Махрова, Евгений Павлов, Руслан Павлухин и Егор Дьякевич, 6 канал.